Всем привет, меня зовут Арина, и сегодня в этом видео мы с вами будем пробовать новую жидкость, которая называется PUBG Clan Series с индийским никотином. Мы уже пробовали с вами одну из линеек от этой компании в одном из прошлых роликов. В общем, здесь будет подсказка, можете перейти и посмотреть. И сегодня у нас новая линейка. В общем, мало того, что у нас здесь другие вкусы, так это у нас версия Strong Plus. Как утверждает производитель, здесь 6,5% никотина. Я думаю, это будет мега отвязный, опасный эксперимент, потому что это самая крепкая жидкость, которую я когда-либо встречала. Также хочу вам порекомендовать магазин в Телеграме, где есть огромное количество всяких товаров на вейп-тематику. Те же жидкости, поды, одноразки и так далее. Минимальный заказ там составляет всего 3000. И мне кажется, что это отличный вариант для тех людей, кто хочет просто заказать себе какой-нибудь подик и жидкость к нему, или несколько одноразок, или для оптовых покупателей. И, возможно, для людей, кто только хочет этим заняться, то есть отличный вариант закупить все по хорошей цене и начать все перепродавать. В общем, ссылка будет внизу в описании, можете перейти сами заглянуть. Вот, а мы с вами переходим к жидкости. Знаете, почему это будет достаточно экстремально? Потому что сегодня мы с вами будем парить на Tesla Invader 3 на мощности около 60-80 ватт с баком FatRabbit. Будем сверху, как обычно, жижку закапывать и пробовать. Для тех людей, кто постоянно пишет мне в комментариях, что жидкость на солевом никотине надо парить на поде, я в курсе. Просто у нас, допустим, в линейке 6 вкусов. Это только одна жидкость. А таких обзоров у меня в месяц выходит достаточно много. И где мне найти каждый ролик 6 новых картриджей для пода? Потому что если даже пробовать на одном картридже, все равно мы будем с вами заливать туда жижку, и мне надо будет минут 10 сидеть ее оттуда выпаривать. Я думаю, смысла в этом нет. Поэтому так, ускоренный вариант, все пробуем на моей любимой Тесле. Сверху закапываем, как я уже сказала. В общем, можем приступить. Первый вкус, который мы с вами затестим, это киви, дыня и яблоко. Я вам уже сказала, это линейка Clan Series Strong Плюс. В общем, здесь заявлен индийский никотин 6,5%. Блин, мне даже страшно просто от названия становится, что это у нас за дикая крепкая смесь тут будет. Пахнет энергетиком. Написано 20 миллиграмм Strong Plus. Сейчас проверим. Надо, кстати, взболтать. Буквально несколько капель, чтобы много вкусов сегодня успеть попробовать. Уже вкусненько, уже прикольно. На вкус энергетика не очень сильно ощущается, хотя я бы сказала, что это энергетик с киви. У нас здесь киви, дыни и яблоко. Так вот, дыню я немножко ощущаю на послевкусе. В основном, мне кажется, это такой кисловатый вкус киви и яблока. По поводу никотина, достаточно крепко. Не знаю, что это у нас за новый вид индийского никотина. Я попыталась об этом что-то прочитать в интернете. Ничего нового, в принципе, там сверхъестественного какого-то, конечно, нет. В принципе, это тот же никотин, но с другой степенью очистки. Но, знаете, он немножко как будто бы чувствуется при парении, вот это вот большое содержание никотина. У меня такое ощущение, как будто бы я парю жидкость не на солевом никотине, а на щелочном. И ощущается, как даже не шестерка, может быть, двенашка щелочного никотина. Если что, там, допустим, 3 миллиграмма щелочного никотина не равно 3 миллиграмма солевому никотину. То есть там совершенно другие градации, совершенно другое количество никотина. Потому что очень много кто в комментах пишет, я парил шестерку щелочного никотина, да, она достаточно крепкая. Ну, не прям капец какая крепкая. Ощущается, как миллиграмм 30 где-то солевого. И над ним люди в комментах смеются, типа, блин, я парил там 20-25 миллиграмм солевого никотина. Ну, то есть, это абсолютно разные вещи, как бы тоже это стоит понимать. Ну вот сейчас я чуть-чуть начинаю ощущать дыню. В первую очередь, естественно, это киви, очень ярко, и яблоко. То есть вкус такой достаточно кисловатый. Кстати, я вам хочу напомнить, что у меня есть второй канал, на котором выходят всякие влоги про тачки, дрифт. Летом будут выходить влоги про мотики. Можете перейти по ссылке в описании и заценить. Там уже есть некоторый контент, и поэтому есть что посмотреть. Следующее, что мы с вами попробуем, это будет гранат, черная смородина и лимон. Не знаю, успеем ли мы в этом ролике попробовать
попробовать абсолютно всю линейку. Она, конечно, небольшая, состоит из 6 вкусов. Посмотрим, сколько получится уместить в ролик. Вообще, мне нужно уже обслужить хоть когда-нибудь этот бак, но у меня вообще просто руки до этого не доходят. У меня койлы, вата, вся эта тема лежит где-то вообще в другом месте. И все это так запарно, там прожигать, прокалять, все это разбирать, весь этот бак, вату менять, там койлы, возможно, менять, крутить. Ну, запах такой лимонный достаточно. Так, ну давайте пробовать. Знаете, жидкость такая все-таки достаточно крепкая. То есть я делаю затяжку, наверное, 4-ю, 5-ю, и капец. Меня прям что-то вообще с этой жижки разморило. Мне кажется, это отличный вариант для людей, которым уже не хватает какого-нибудь хотспота крепкого или других жидкостей, ультра-стронг и так далее. Так, ну что я могу сказать про этот вкус? В первую очередь чувствуется лимон и гранат. Доминирующий вкус, наверное, это все-таки лимон. То есть тоже такой немножко кисловатый у нас здесь микс. Потом гранат и совсем чуть-чуть ягодок чувствуется. Либо они как-то разбавлены в такой вот кислинке лимона и граната. Гранат, кстати, дает немножко сладковатый такой привкус. В принципе, жидкость очень похожа на предыдущий вкус, который мы пробовали, но менее кислый. И все-таки здесь больше чувствуется лимончик такой и сладкий, немножко гранат. Дальше мы с вами будем пробовать вкус виноград и ежевика. Давайте это будет предпоследний вкус, который мы будем пробовать, потому что капец меня разморило с этой жижки, потому что она достаточно крепкая. Капец, у меня немножко что-то льется из бака. Да, конечно, я фейдблогер с необслуженным баком. Интересный такой вкус, очень классный, здесь ощущается в первую очередь виноград, и потом чуть-чуть немножко добавлено какой-то ежевички, которая у нас опять же прописана, и возможно других ягод. Немножко мне напоминает какую-то черную смородину, или голубику, или чернику, прям наверное 70% вкуса это виноград, то есть это прям первое, что ощущается и чувствуется больше всего. Прикольный такой ягодно-виноградный вкус для любителей винограда. Красный такой фиолетовый, сочный, сладкий достаточно виноградик, который переплетается вместе с кислинкой от ежевики. И последний вкус, который мы сегодня с вами попробуем, это арбуз, дыня и клубника. Достаточно интересный вкус. Здесь по максимуму ощущается арбуз и дыня. Клубники я здесь практически не чувствую, но немножко кулера, как мне кажется, тут добавили. Этот индийский никотин просто жесть. Меня прям вообще с него что-то уморило. Не знаю, как по-другому описать. Прикольный такой микс, достаточно летний, напоминает какой-то коктейль. Классное сочетание арбуза и дыни. То есть оно как-то вместе переплетается и дает что-то такое водянистое, но в то же время сочное. То есть вкус такой очень яркий все равно получается. В общем, что я могу в целом сказать про эту жидкость? Если вам уже не вставляют всякие крепкие жидкости, то вот вам отличный вариант. На индийском никотине 6,5%, 20 мг Strong Plus. В общем, мега крепкая просто версия. Особенно мы все это парили на моде, и поэтому с головой прям мой организм, видимо, насытился этим никотином. Жидкость яркая. В принципе, можно взять, как я думаю, любой вкус. И вы с ним не прогадаете, потому что все из того, что мы сегодня попробовали, достаточно такое сочное, все фруктовое, ягодное, то есть никаких неприятных сюрпризов здесь не будет. Также напоминаю вам про телеграм-канал, где вы можете оценить всякие жидкости, поды, где вы можете совершить оптовую закупку и начать перепродавать все это дело. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Тогда поддержите его лайком и подпиской на мой канал. Всем пока!